Добрый день, с вами компания Лесобаза РФ, меня зовут Дмитрий. Сегодня я расскажу вам о покраске инженерной доски из ясеня для пола. Инженерная доска – это напольное покрытие, которое сочетает в себе плюсы паркетной и массивной доски. Конструкция инженерной доски сочетает в себе преимущества различных видов паркета. 4-миллиметровый верхний слой ценной древесины делает ее неотличимой в уложенном виде от массивной доски. Однако, благодаря двухслойной конструкции она стоит дешевле. Обрабатывать такую доску можно и нужно. Обработка придаст нужный вам оттенок для вашего интерьера, также значительно продлит срок службы напольного покрытия и подчеркнет естественную природную красоту материала. Для окрашивания инженерной доски мы рекомендуем полиуретановый лак от Technos или гидромасло от компании Renner. Сегодня в нашем цеху мы производим покраску инженерной доски маслом Renner, и я вам расскажу и покажу, какие этапы надо выполнить, чтобы окрашенная поверхность прослужила долгое время. Не могу не упомянуть о таком продукте, как масло Renner UM300. Это очень надежный продукт. Недавно ездил на объект, где терраса была выкрашена этим маслом в цвет 1824. Предварительно антисептирована. На террасе лежал мокрый снег, и когда работники начали его разметать, ни одна снежинка не была окрашена в коричневый оттенок. Такое масло простоит на открытой террасе не менее 3 лет. У нас есть примеры, где маслом Renner открашен причал. Там прилив задевает часть окрашенной доски, и даже в таких условиях масло повело себя устойчиво. Теперь давайте пройдем в наш покрасочный цех, где я вам покажу все этапы покраски инженерной доски. Эксцентриковой машинкой с зернистостью 150, не меньше, чтобы не повредить тонкий слой ценного ясеня, аккуратно вскрываем поры древесины. Наносим первый слой гидромасла. Масло мы тщательно втираем в поверхность с помощью ветоши. Эта процедура укрепит верхние слои древесины, сделает наши полы более устойчивыми к истиранию и загрязнению. Масло после высыхания немного вздыбило ворс на ясене, сделав доску шершавой. Поэтому делаем промежуточную шлифовку абразивным бруском зернистостью в 200, тем самым делая доску гладкой. Наносим финишный слой масла. Такая обработка маслом защитит ваши полы от преждевременного истирания, загрязнения, а также позволит вам легко мыть полы. А наши заказчики уже завтра получат красивую, упакованную для транспортировки, крашеную инженерную доску.